«Похороните меня за плинтусом» – еще одно кино, мимо которого я не могу пройти, по книге Павла Санаева, приемного сына Ролана Антоновича Быкова и сына Елены Санаевой, и внука Всеволода Санаева, бедный с несчастным таким детством. Прекрасная книжка и прекрасный фильм. И прекрасная ваша работа, и Крючковая бесподобная. Скажите, пожалуйста, вы понимали, что вы играете реальный образ Елены Санаевой? Конечно, я прекрасно, я ее знаю, так. Я с ней знакома, вот, но при этом... Она нормально отнеслась к этой книге вообще для начала? Книги я читала, что нормально отнеслась. Так. Вот. Ей все очень нравилось и нравится, и... Все как бы, все замечательно. Вот. И она очень хотела сыграть в этом фильме вот, свою мать. Ее пробовал Снежкин. Начнем с того, что и Павел хотел снимать этот фильм, но продюсеры не дали. Снежкин хороший режиссер. Да, Снежкин хороший режиссер. Вот. И он пробовал ее. Ну, ему не хватило. Он пробовал мою маму. Да. На эту роль, да. Ему тоже не хватило вот этой ненависти, этой абсолютно какой-то патологии. То есть все, что сделала Крючкова, это вот она, собственно говоря, школа БДТ. Воплотила, да. Вот все, что ему надо было, воплотила она. Вы говорили с Еленой Санаевой после фильма? Она вам ничего не высказывала? Нет, мы не встречались, как-то судьба не сводила, может быть, еще сведет, не знаю.